Go! И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Welcome our massage training, остеопист, хиропрактикист и так далее, там по-английски. Ну, это я шучу. У нас подошла к завершению наш тренинг по специальному мануальному массажу и мануальной терапии. И выбилась четверка лидеров, которые получают награды. Это дипломы и сертификаты. И первым у нас специалистом становится... Плиз, Наталья Владимировна, прошу вас. Вот он такой красивый сертификат, его любят вешать на стеночку. И диплом. Соответственно, здесь написано, что, ну, терапирующий читать не буду, присуждается квалификация специалист по мануальной, по мануальным практикам с правом работать в медицинских учреждениях, в хозрасчетных и физкультурных объединениях, в клубах и салонах по месту жительства в сфере кооперативной и индивидуальной предпринимательской деятельности и открытия своего собственного дела. Приходите ко мне. Да, специалисты уже могут сразу записываться. Внизу под роликом будут эти телефоны. Да. Еще раз можете нас сфотографировать. Вот, заходите сюда. Так, следующему. А читаю. Клятва. Давайте клятву уже еще почитаем. Вот у нас такая есть длань специалистом. Массажисты сюда руку кладете. И у нас есть специальная клятва. Клятва Альфа-Топ. Я, Плиз Наталья Владимировна, торжественно клянусь, что отныне мои руки, знания и навыки, полученные в Академии телесно-ориентированных практик Альфа-Топ, будут приносить только пользу и оздоровление любому, кто обратится ко мне за помощью. Я подтверждаю главный принцип медицины – не навреди, так что мое мануальное воздействие рук теперь будет оказывать только врачевательное воздействие и целебный эффект. Во имя спасения и восстановления всех тел человека в качестве гармоничного божественного сосуда благодарю. Так, дальше у нас... Кадыров Руслан Абитович. Да, только положи, тебе то же самое. Значит, специальный специалист по мануальным практикам. Программа обучения. Там, ну, так это все прочитаете. Давай фотографироваться. Да, потом почитаешь. Ну, покажи в кадре. Пожалуйста, ознакомьтесь с приятным окончанием, хорошим работой нашей. И фотографируемся. Вот, тебе тоже клятву надо прочитать, да. Обязательно. Я, Кабилов Руслан Абитович, торжественно клянусь, что отныне мои руки, знания и навыки, полученные в Академии телесно-ориентированных практик Альфа-Топ, будет приносить только пользу и оздоровление любому, кто обратится ко мне за помощью. Я подтверждаю главный принцип медицины – не навреди, так что мое мануальное воздействие рук теперь будет оказывать только врачевательское воздействие и целебный эффект во имя спасения и восстановления всех тел человека в качестве гармоничного божественного сосуда. Благодарю. Следующий у нас это Ковалева Алена Валерьевна. Ура! Ну, зачитывать не будем, все то же самое. Поздравляю тебя, ты стала специалистом с готовыми навыками в руках. Так, давай. Пожмем тебе руку. Крепкую, могучую, профессиональную. Вы можете похлопать, пофотографировать, да? И поздравляем, да, от всей души. Руку ложи, дай руку. Да, его сюда положим. Угу. Я, Ковалева Алена Валерьевна, торжественно клянусь, что отныне мои руки, знания и навыки, полученные в Академии телесно-ориентированных практик Альфа-Топ, будут приносить только пользу и оздоровление любому, кто обратится ко мне за помощью. Я подтверждаю, что главный принцип медицины – не навреди. Так что мануальное воздействие рук теперь будет оказываться только врачебное и воздействие и целебный эффект моими руками.
Во имя спасения и восстановления всех тел человека в качестве гармоничного божественного сосуда, благодарю. Жду вас в массаже. Да, молодец. Внизу будут написаны телефоны, приходите. Все поздравляем. Алене. Так, давайте. Все, ты остановила? А как остановить? И следующая награждается Милюкова Венера Велилаевна.